нашли Диасу покупателя. Ты дашь ему кольцо и заключишь сделку, понял? Где ты сейчас? Что с твоим голосом? Ты в порядке? Просто скажи мне, где ты? Кто ты, черт тебе подери? Где Лео? Лео ненадолго вышел, а меня оставил за тебя. Да пошел ты! Версетти? Да, это Кортес. Ты как-то был у меня. Да, я помню. Мистер Версетти, это было самое неудачное для бизнеса происшествие. Я знаю. Я хочу, чтобы вы знали, что я и мои люди делают все возможное, чтобы разобраться с этим. Если хотите поговорить в более интимной обстановке, вы знаете, где меня найти, хорошо? Удачи, сеньор. Артистами. Почему бы тебе не зайти к нам? Подумай об этом. Увидимся. Thank you.
еще мускулы, так безопаснее. Банда байкеров, Митча байкера. Можем сделать себе хорошую рекламку. Уладь это для меня, и я достану тебе несколько билетов на лучшие места, хорошо? Way.
Yo, we didn't want that, right?
No money, no funny bunny, honey. Don't push me. You rude little turd. Go away! You know who you messing with? Can't you smell me? Where's your head at, lad? Томми, идите ко мне. Это прекрасно выглядит, да? Хобот Тапира. Ух, нет, спасибо. Томми, вы как океанский бриз, который освободил меня от зловония коррупции, хотя я могу оплакивать ее уход и вести дела как обычно. Это не приближает меня к моим деньгам. Томми, друг мой, вы сейчас не в Либерти. Здесь мы делаем дело по-другому. Я продолжу свои попытки, но тем временем мне надо завершить ценную сделку. Услуга для друга, Кортес. Вы хороший друг, Томми. Я знал, что вы меня не подведете. Я хочу, чтобы вы встретились с курьером, у которого есть для меня ценная технология. Дождь, улица мокрая в это время года. Чего? Комментарии? Послушайте, меня послал Кортес, просто дайте мне чипы. О, да, Корт. Стоять, империалистическая американская свинья. Это собственность правительства Франции, и это конец. Американский идиот, они проследили за...
Pleasant You're dead. Продолжение следует...